Имена знает весь мир. Они не раз оказывались в топе турнирных таблиц на спортивных соревнованиях самого разного масштаба. Призеры и победители Олимпийских игр встретились с детьми городского округа Химки. Задача – привить детям интерес к спорту, а главное – здоровому образу жизни. Например, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова уверена – лучший спорт для жизни – лыжи. Он подходит каждому, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Я призываю на лыжи, все на лыжи, да, потому что это самый такой оптимальный вид спорта для жизни, для здоровья, я считаю. Вот я счастлива, что мои детишки занимаются, и поэтому мне бы хотелось, чтобы они еще были на воздухе на самом деле. Это классно. И желательно еще с семьей выходили. Вовсе не обязательно стремиться к олимпийским высотам, считает легкоатлетка Ирина Худорожкина. В пример приводит собственных детей, которые занимаются спортом для себя, просто потому что нравится. Я считаю, что чтобы дети занимались спортом, чтобы не пропускали занятия, нашли все-таки себя в каком-то виде спорта, пускай в техническом, пускай вот в легкой атлетике, в лыжах. Такие встречи в округе планируют проводить регулярно. Благодаря им, уверены организаторы, список выдающихся спортсменов из Химок пополнится новыми именами.